Всем привет! Вы на канале Марол. Сегодня я хочу сделать красивый ободок для девочки. Все будет в красном цвете, такой весенний, может даже и к 8 марта. Для начала нам понадобится отрез фатина 70 сантиметров на 7. Складываем его вдвое и прошиваем ниткой с иголкой. Я складываю ее в два раза. Обычным стежком вперед иголкой. Так прошиваем до конца. И затягиваем. После того, как затянули, делаем здесь узелочек, чтобы уже ничего не расходилось. Так, и соединяем один край с другим. Еще раз делаем узел. Нитку отрезаем. Получается вот такое. Теперь расправляем края, чтобы он был более пышный. Вот такой получается у нас пышный фатиновый шарик. Так, теперь возьмем ленту. И раз наш фатиновый шарик имеет 3,5, получается, сантиметра, я хочу вот так ставить ленту, получается, должно здесь около 7 сантиметров быть, ну, 8. Делаем 8, по 8 сантиметров 5 таких отрезков. Теперь нам нужно подпалить края, чтобы они не расходились. Делаем это с каждой нашей заготовкой, со всеми 5 штуками. Теперь берем по одной, вот так складываем и посередине прокалываем. Так делаем со всеми нашими отрезками ленты. Теперь поправляем так, как хотим, чтобы она, как хотим, чтобы она выглядела. Вот так вот держим все и прошиваем несколько раз, чтобы она не потеряла уже ту форму, которую мы ей придали. Будем украшать. Я взяла вот такие бусины прозрачные,
И красный бисер. Насаживаем сначала. Такую бусину большую. И берем бисер. Насаживаем бисер. И обратно возвращаемся через бусину. И хорошо затягиваем. И таких я хочу сделать 3 штуки. Вот так вот укрепили. Теперь нужно с внутренней стороны хорошо еще раз несколько раз прошить, чтобы они хорошо держались. Теперь на обратной стороне делаем узел. Теперь берем нашу фатиновую заготовку и либо пришиваем это к ней, либо клеим на горячий клей, либо делаем и то, и другое. И пришиваем, и еще и на горячий клей. Вот такое вот получается украшение. Теперь будем делать крепление на ободок, потому что я не хочу его заклеивать за ободок, а хочу сделать так, чтобы в случае, если, например, данное украшение надоест, его можно будет легко снять и поменять. Нам нужно будет вырезать круг. Берем любую окружность, которая подходит по размеру, обводим и вырезаем. Теперь складываем вдвое и делаем прорези. И теперь проверяем, если наш ободок заходит. Нет, немножко нужно больше сделать, буквально чуть-чуть, потому что нам не надо, чтобы он сильно ходил ходуном. Вот. Теперь приклеиваем на обратную часть при помощи горячего клея. Вот я сделала. Теперь одеваем ободок. И все. Все здесь поправляем, чтобы все было красиво. Такой получается красивый нарядный ободок. Напишите, как вам. Если понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно. На этом все. Всем всего хорошего.